Кухня ЖКХ. Привыкнуть к цифрам в квитанциях за отопление и не испытывать каждый раз неприятного удивления очень сложно. Холодная зима в разы увеличила расходы кировских семей за ЖКХ, однако не винить здесь исключительно погоду, призывает директор Ассоциации некоммерческое партнерство «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Випрецкая. Она побывала в Кирове, открывая представительство НЖК, и изучила кировские проблемы коммунальной сферы. Как типичен для зимы холод, так пока что в порядке вещей отсутствие помощи потребителям. Надо учитывать, что у нас есть инструменты, предусмотренные законодательством, и рассрочки, и никто об этом не говорит, что житель имеет право этим воспользоваться и не платить все сразу. Конечно, это очень конфликтно отражается. Плюс перерасчеты тоже должны делаться грамотно. Недоработанные вещи, которые сильно отражаются на социуме. Я бы не сказала, что не страдает от этого ресурсоснабжающая организация. У нее идет поток жалоб, к ней негативно относится власть. Горожан, конечно, мало заботят отношения наверху, особенно когда речь о собственных деньгах. В Кирове иногда бывают вопиющие случаи, рассказывает руководитель кировского представительства НЖК, гендиректор управляющей компании «Актив Комфорт» Максим Маньков. У нас две проблемы. Это высокая плата за отопление, которая пришла в феврале в квитанциях. По конкретному адресу человек, который получает пенсию 13 тысяч рублей, ему пришла плата за отопление 12 тысяч рублей при 50 квадратных метрах площади его квартиры и установленном приборе учета. Это только отопление, он еще должен за содержание, за электричество и за воду заплатить. Жители, они приходят с этой болью в управляющую компанию. Мы, естественно, реагируем, пишем в КТК, в госжилинспекцию, в прокуратуру. Как правило, очень часто нарушений не выявляется, просто такая плата за отопление высокая. И второй момент, конечно, у нас есть конкретные адреса, где низкие параметры на вводе в дом, либо температура слишком низкая, либо давление, дом не прогревается. Есть проблема, да, ну нельзя же так, невозможно, и такая высокая плата, а услуга там иногда никакая вообще предоставляется. Ну, совместно находить варианты и пути решения этих проблем. НЖК объединяет управляющие компании потребителей почти в половине регионов страны, кое-где уже есть опыт снятия конфликтов по плате за отопление, которым НЖК может поделиться с Кировом. У нас есть ряд даже северных регионов, где гораздо серьезнее вопросы. Нашлись решения, связанные по взаимодействию. Ведь здесь проблема взаимодействия между РСО и управляющей компанией. Если объединиться и посадить за стол переговоров арбитрам власть, конечно, власть не может сделать хуже для потребителя. Под каждую проблему есть метод решения. Если участники рынка между собой не договариваются по конкретным там предоставлению информации ежемесячно, и они не смогут решить эти вопросы. Здесь пока этой площадки нет. Мы очень надеемся, что она сейчас заработает, и многие вопросы как раз уйдут. Кстати, по дому, где люди платят больше 10 тысяч за тепло, представителям ЖК уже удалось договориться с чиновниками. На встрече с руководителем жилинспекции и министром энергетики Татьяна Випрецкая предложила взаимодействие по этой жалобе. Совместно было принято решение оказать помощь жителям. Кухня ЖКХ.